We need to talk about that. Весной 1953 года весь партий Небаку был взбудоражен пришедшей из Неаполя новостью. Там завершился чемпионат мира по классической борьбе, в котором впервые приняли участие советские атлеты. Пятеро из них поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Золотой медали был удостоен и представитель Азербайджана Марат Искирова-Бада, Нини Гянджа, Артем Терьян. Его успех был особенно значимым, если учесть, что он стал первым спортсменом Азербайджана, завоевавшим титул чемпиона мира. Имя Терьяна было хорошо известно в спортивном мире. За год до неаполитанского чемпионата Терьян завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Хельсинки. А в 1951 году ему удался золотой дубль. Он стал чемпионом СССР и по вольной, и по классической борьбе. Терьян вписал одну из самых ярких страниц в историю азербайджанского спорта. 8 лет неаполитанский успех Терьяна не мог повторить никто из спортсменов Азербайджана. И наконец, в 1961 году это сделал бакинец Армай Исаядов, выигравший Йокогаме золотую медаль чемпиона мира по классической борьбе. Армай Исаядов родился в семье известного в Армении мастера национальной борьбы Кох Вагана Саязяна, который после переезда из Сисяна в Баку изменил фамилию на Саядов. На старшем брату Армаиса Георгию Саядову покорилась другая вершина. Он стал одним из победителей прошедшего в Тегеряне в 1957 году первого розыгрыша только что учрежденного Кубка мира по вольной борьбе. Всегда запомните, что Арцах и Нахичеван – это армянские земли. Никогда не забывайте армян, которые принесли вам честь и успех, цивилизацию вашу столетнюю историю.